Друзья мои, сегодня у нас что-то будет новое. Lil Drag Hill. Трек называется «Домино». Ну, перед тем, как мы будем слушать, напоминаю вам о том, что у Максима, у моего сына, есть игровой канал, где он там что-то распаковывает, запаковывает, играет. И по ссылке под этим видео вы можете войти на его канал, подписаться и поиграть вместе с ним. Итак, Lil Drag Hill, «Домино». Стремительно падают это эффект домино. Да, я сейчас высоко камильфо. Они так быстро сдулись, и мне повезло. В этом дерьме я лучше них определен. Это косяк моего объема. Она хочет внимания, чтобы добыть. Вот знаете, друзья, вот сразу хочу что сказать. Ну вот новенький, да, вот этот вот стиль, я его вообще не люблю. Мне вот он кажется, он такой немножко дебиловатый. Вот, но в этом плане еще что про него сразу, пока не забыла. Вот у него даже вступления не было. Он так как будто вот бежал, прыгнул и сразу запел, зачитал. Это тоже как-то, ну... Должно хоть проигрыш какой-то быть. Моего кино. Кристиан Диор на мне ветров. Смотри, планета горит на ладони. Я на месте, запах стоит в коридоре. Я ебанутый флоу, это синоним. Ты сейчас на сцене должен переходить. Знаешь, я король метафора аллегории. Быстро выступил, съебал без церемоний. У тебя нет дрипа, это априори. Ты копишь на Рамоны, а у меня все. Скинул деньги маме, говорит Малорик. Вес, но нет калорий. У меня мало друзей, но много знакомых. Наоборот, тогда опомнись. Не могу ни на кого работать, получил отчет, поставил подпись. Не могу ни на кого работать, кинул пил и отлетел в отпуск. Все время ходишь в маске, похуй, какая у тебя должность. Охраню офер, если мало предложишь. Не люблю винтаж, а гоняю в ноу. Моя ритмика для них так невозможна. Я учу теорию для полного набора. Многое случалось, не скажу, что было перелом. Все, что хочу сказать, услышишь в альбоме. Не пишу в твиттер, там не платят за строки. Ты ожидал другой звук, и ты расстроен. Надеюсь, через месяц до них дойдет. Дай послушать, старшим не поймет о чем. Для них мои теперь реши сам, какой я подаю пример. Когда слушаешь меня, ты сам хочешь быть первым. Даже не поблагодарил за идею. Включаешь его рэп непроизвольно, спросишь, реально ли он это делал. Включаешь мой рэп, и ты непроизвольно качаешь своей головой и тело. Весь этот движ вокруг меня, он бустит мое эго. А я качаю браухали, элло. Распределяю рубли, доллар, евро. Они пиздят, зная, что я делаю верно. Я не меняюсь, хотя давно мог сделать это. Я просто хочу остаться собой, не быть лицемером. Ну, друзья мои, ну я не знаю, как бы я говорю, стиль мне не очень. Ну, если на видео смотреть, ну, я имею в виду на клип, то вроде как бы вот даже слово домино, да, оно так вот присутствовало там у него. Основная мысль трека, я не знаю, была ли она до меня донесена, но что-то он там хотел сказать, и вроде даже что-то серьезное. Вот. Ну, просто мне не нравится этот стиль, поэтому я никак не могла воспринимать серьезно то, о чем он там хочет сказать, но поняла, что что-то было не просто так, а что-то достаточно серьезно. Но, а клип, видите, и домино было, и падало, и что-то там бегало у него, там закрывалось, открывалось, то есть такие были оригинальные фишечки, которые, в принципе, были неплохие. Если бы этот Лил, который другил... был немножко более почитал другим стилем, то, возможно, я бы его заценила даже и неплохо. А так, 3 из 5, я думаю, нормально. Всем пока.